Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на Родина РП, первый сервачок. Моник здесь Кирилл под булови, не забывайте вводить моник по регистрации, потому что если введете моник, прокачайте до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому обязательно вводите моник по регистрации. Также не забывайте подписываться на канал, давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Ну что ж, сегодня новое видео, в этом видео я хочу покрутить несколько бронзовых рулеток и активировать камень, не помню как он называется, сейчас я вам это скажу. Камень знаний, он у меня очень давно еще находится, но я вот не знаю, что с ним делать вообще. Я админов спрашивал, мне ответили: узнайте у игроков. Ну, довольно-таки хреновый на самом деле ответ, как бы могли бы объяснить как бы сами, но скорее всего данный администратор, который мне ответил, он сам не знает, что с ним нужно делать. Но сейчас я отъехал, давайте, я думаю, используем этот камень. По-моему, это либо телепорт, либо еще что-то, я честно говоря не знаю. Давайте попробуем так использовать, найти курицу, найти медведя, слендера, найти логово призрака. Да, все-таки, пацаны, это телепорт. Но это не точно. Но у меня как бы нет оружия, поэтому давайте я лучше не буду пока что рисковать, поэтому нажимаем назад, не будем его использовать, лучше тогда поедем, купим оружие и потом уже телепортируемся, куда нам нужно, в принципе. Ну что ж, наконец-то я нашел, получается, магазин оружия, потому что в Южном они все почему-то закрыты. Я приехал поэтому в Батырево, и здесь он был открыт, и я спокойно купил себе оружие. Ну что ж, пацаны, давайте пробовать этот телепорт. Так, найти курицу, найти медведя, найти слендера. Ну давайте нажмем, наверное, найти логово призрака. Скорее всего, мы нажимаем. А, я думал, это телепорт. Это просто, типа, он находит, где находится этот монстр, и все. Я думал, это телепорт, типа, будет. А он просто показывает, где он находится. В итоге, знаете что, меня просто-напросто крашнуло, когда я начал подъезжать к призраку, ну, где он находится. Но надеюсь, он до сих пор там находится, поэтому я беру вертолет и направляюсь туда. Блин, получается, я просто так использовал этот камень знаний. А, кстати, у меня он есть, походу, у меня он был не один. Так, мы можем обратно использовать, в принципе, но я не знаю, стоит ли это делать. Я не помню, у меня один он был или два? По-моему, у меня один был. Или его можно несколько раз использовать. Я, короче, пацаны, не знаю на самом деле. Давайте, ладно, полетим, куда мне он до этого показывал, чтобы не использовать его. Если там его не будет, то еще раз его используем и найдем этого призрака. Вот, я прилетел в этом здании, вроде бы он находится, этот призрак. Возможно, он поменял свое местоположение, потому что как бы был Payday, и я не знаю, по-моему, каждый Payday не меняет свое местоположение. Ну, точнее, призрак меняет свое местоположение. Так, давайте зайдем, сейчас посмотрим. Если он здесь есть, то его будет показывать. Использовано, нет, его здесь нету, походу, пацаны. Потому что показывает, что здесь только я есть. Видите, вот, сортов педов использовано один. Так, давайте я еще раз этот камень использую. Хер с ним, с этим камнем, потому что, ладно, мне он как бы не нужен. Мне просто интересно было, как он работает. Так, давайте нажмем использовать его. А, все-таки он здесь находится, окей. Кстати, камень пропал? Нет, он походу, пацаны, навечно остается, видите, он у меня постоянно есть.
Блин, что-то мне все-таки больше кажется, что меня просто этот камень наебал. Потому что я здесь никого абсолютно не вижу, не наблюдаю. Ну и, блин, я на самом деле думал, что камень знаний, типа, знаете... Ну, я подозревал, что это телепорт, как бы об этом говорил. Телепорт появится, не знаю, либо просто мне тпхнет. Но ни хрена не произошло. Просто это как навигатор. Просто как навигатор для призраков, медведей, там, куриц, слендеров и так далее. Это просто такой навигатор. Если бы это был бы телепорт именно, вот ты телепортируешься к нему прям. И просто его убиваешь. Это было бы круто. Ну реально, я не знаю, как этот камень работает. Вот, использовать. Так, логово призрака. Вот, показываю здесь, понимаете? Возможно, надо ждать, пока он появится. Но ладно, хрен с ним, давайте лучше, я думаю, покрутим рулет. Ну что ж, вот такое вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. В этом видео я узнал, конечно, для чего нужен этот камень знаний или камень души, я так и не понял. По-моему, у меня камень знаний, если не ошибаюсь. Его можно использовать постоянно несколько раз, но почему-то я не смог найти призрака. Возможно, я что-то делал не так, возможно, просто нужно подождать, пока он появится там и так далее. Поэтому, пацаны, кто шарит, можете написать как бы в комментариях. Также я покрутил рулетку и с рулетки бронзового выбил больше 200 тысяч, пацаны. Это довольно-таки тоже неплохо. И всего лишь выбил одну экспишку. Это реально очень круто, учитывая то, что бронзовая рулетка дается каждый день бесплатно. Всем спасибо за просмотр, пацаны. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте вместе со мной на родине. Все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока.